Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас по расписанию мясо. Вон у нас девчушки мясо точат. Эти пытаются отобрать. Не вижу, настроена камера, нет у меня. Вон лорд подключился, посмотрите уже как вырос. Моника у нас бушует. Что, цыплята? А? Вот это, конечно, поздоровее черненького будет. И по башкасти, и поздоровей. Он какой красавчик. Лайчата тоже у нас мясо едят. Тайга уже закончила. Ждет, пока выпущу ее. Там все заняты своим делом. Кайфуша. Блин, не успели заснять, да? Ну, чуть-чуть есть. Чуть-чуть солнце есть. Светит сильно, из-за этого может... Или мне не видно, или в кадре. Прямо не так видно. Лег. Давай, ляжем еще на спинку. Тебя почешем, твое пузико. Большое. Все, убежал. Иди сюда. Кто это? Кто это? Давай, иди. Иди, беги. Волчонок маленький. Давай, ляжем. На самом деле, имя Болта, он же черный был, по сути. Это в мультике он Болта? Серый, да, по реальным событиям он черный был. Куда он уполз? А ему нравится земля.
Иди сюда. Ему страшно, маленький еще. Скажи, да, бегать мне, носиться здесь одному. Да, маленький, голубоглазый, синеглазый, синеглазый. Все, иди побегай, иди поносись. Вот она, Кела, просится погладиться. Да, Кела? Кто здесь у нас? Черныш, как ты? Видите, Акела отгоняет фурию, от него защищает. Акела настоящий волк и папка, только волки так делают. Видите, он как малышей любит. Встретились, скажи, да? Фурии нельзя. Фурина в этом плане, конечно, безбашенная, вы посмотрите, что творит. Я тебя чувствую, ты же заскулил. Иди сюда. Идем сюда. Идем, не бойся. Видите, как боится теперь. Идем. Не будем подвергать тебя стрессу. Итак, бедный. Сердечко стучит. Я вот тут бежал. Он начал бежать туда. Я за ним начал бежать. Он развернулся, сел на задницу. И как зашипел на меня, как змея прям. Тебя надо было, да, черная мамба называть? Красота, солнышко, весна. Давай пешочком, дорогой друг, пешочком. Это лорд у нас дебоширит, девчонок бьет, он всегда с ними тусуется, а эти вон отдыхают. Этот черныш все нормально обосновался, а то пишут, что ему плохо здесь, ничего ему не плохо. Он еще и защищает свою еду, мясо, кидается, не отдает, поэтому все хорошо. Эти спят малыши. Ну и спите, спите. Алушка что-то там мамку, наверное, просит. Добрый день, дорогие друзья. Зашел вот к Акеле. Дал мне погладить свой носик. И отошел сразу. Вон фурия к нему пристает. Все выть начинают. Вот посмотрите, что она делает. Заигрывает. В позу становится. Вон рыба. Они ее второй день не едят. Забастовку мне устроили. Все едят, а они нет. Фурия. Красавица.
Фури уже, по-моему, закончилась течка. Уже не кровит. Ну, может, есть что-то, остатки какие-то. Но уже все как бы. Снимаю на свой старый телефон. У нас, в общем, такая проблема. Не смог завести машину с утра. Надо было за дипломом ехать. Аккумулятор полностью сел. А капот не открыть без заряженного аккумулятора. Там автоблокировка какая-то стоит. Ну и все, и приплыли. Вот сейчас думаю, как что там сделать. Не получается ничего сделать. В общем. Уже стемнело. Фури. Почему вы рыбу не хотите с Акелой? Вы единственный, кто ее не ест. Иди сюда, Акела. Акела. Дорогие друзья, это у нас неопознанный объект, который попал на камеру. Я не понимаю, что он хотел этим показать, но выглядит очень смешно.